что мы знаем о российском кино? Нет, что мы знаем о российском кино сейчас? Самое подневольное искусство. Игровое, веселое молчание о важном. Российское кино очень давно упражнялось в том, чтобы отворачиваться от реальности. Идет война, в стране ужесточаются репрессии, и кино об этом молчит. Люди продолжают делать кино, снимать кино, смотреть кино. Сегодня я расскажу вам о 13 российских картинах за 2023 год. И сам лично выберу из них лучших.